Доброе утро, друзья! Хочу вам представить наших деток. Вот прошло несколько дней с моего последнего визита, и я уже увидел здесь большие изменения. Вот если видите, львенка Амадея перевели уже ко всем деткам. Он значительно подрос и окреп, и хочет со всеми веселиться, бегать и играть. Поэтому было принято решение уже его перевести ко всем. Детки недавно позавтракали и сейчас отдыхают на мясе. Вот он, маленький Амадей. Амадей, красавчик, маленький. Маленький наш ребеночек. Чтобы стать большим и грозным львом, ему придется в несколько раз прибавить в весе. Но это дело времени. Вот еще тигрятки ко мне идут. Все детки, и все ждут ласки и внимания. Амадей сосет мой палец, он думает, что мой палец это сиська. Но я уже чувствую, что у него там прорезываются зубки. Амадейчик. Но это же не чья-то грудь. Это моя рука. Да. Да, тигренок тоже приветствует меня. Вот и львята, и тигрята с кусками мяса завершают свой завтрак. Скоро начнут играть. Амадей. Да, да, красивый. Скоро мяуканье будет превращаться, ну не так скоро, конечно, в легкое рычание. Детки, хорошего вам дня. Кушайте, растите, играйтесь. А я к вам потом еще как-нибудь приду. Пока!